В зале совещаний ОМВД России по Одинцовскому городскому округу начальник управления полковник полиции Алексей Школкин поздравил участковых уполномоченных с профессиональным праздником, вручив им почетные грамоты. Алексей Васильевич пожелал сотрудникам подразделения крепкого здоровья, благополучия и успехов в службе. Сегодня в штате ОМВД России по Одинцовскому городскому округу служат 119 участковых уполномоченных полиции и 14 помощников участковых.